Интересно, вот смотрите, ловушка, весь убитый, а рядом стоит другая, ну более-менее подремонтированная, все внутри, все стоит, все как положено, но почему-то полетели там, где убитый. Чуть-чуть дальше стоит тоже, вот я его закрыл, пчелы начали там все воровать, вот тоже вот, пожалуйста. В идеальном состоянии ловушка. Все было открыто. Почему-то сюда не хотели прилететь. Полетели они там, где была старенькая. Вот туда. Вот. Им захотелось вон туда, под яблоню. Так что тут не поймешь, что они хотят, как они хотят. Вот и наши пчелки раевые. Потом будем искать маточку. Отметим. Поставим сюда хороший улик. Вон, смотрите, как они прямо там крутятся.